Всем привет, с вами Ваня, это канал Латуш ТВ, канал, где я обсуждаю участников предстоящего Евровидения, которое пройдет в Тель-Авиве, в Израиле, мы все об этом уже знаем. И сегодня я делаю очередной обзор, очередную реакцию. Кого же мы сегодня будем с вами смотреть? Сегодня мы будем с вами смотреть участника из Румынии. Румынию в этом году будет представлять некая Эстер Пиони с песней «On a Sunday» — «Воскресенье». Ну что же, давайте посмотрим, дадим свою оценку и составим какое-то мнение о данной композиции. Итак, Румыния. Смотрим. Так. Тут у нас представлялка, значит, идет. Артиста. Ну хорошо, подождем. Молодая девушка. Слушай. Очень смешной гитарист у нее, конечно, стоит. Боже, эту песню ведь надо еще как-то запомнить, вот мне, как зрителю, да, чтобы за нее проголосовать. Честно, вообще, вот я так смотрю, и, откровенно говоря, мне не нравится, что что происходит на сцене, что она сидит, вот эти вот какие-то ее манеры, вот это вот все, это необаятельно. Вот этот ход музыкальный мне нравится. Вот, но это единственный кусок, который можно и запомнить, и он как-то, ну, музыкальный, что ли. В общем, у меня полное ощущение, что эту песню нужно дорабатывать. Скорее всего, они еще и будут дорабатывать, потому что... Потому что, мне кажется, если сделать вот эти вот ударные, да, что у них с барабаном, если сделать более мощнее, то это будет выглядеть более, конечно, масштабно, более громко, интересно. Вот. Но, честно говоря, я песню как таковую и не услышал. То есть, как бы песня есть, но... Ну вот запомни ее. Вот вы запомнили эту песню? Я нет. Ну, Румыния, честно говоря, как-то не знаю. Меня вообще не впечатлило, мне не понравилось. Мне не понравилось, и мне даже не за что зацепиться здесь. Мне голос не зацепил, песня, музыка, ни образ, ничего. Поэтому, не знаю, может быть, я стал сказать сегодня не с той ноги, но, пожалуй, это будет, наверное, самая низкая оценка, которую я ставил в своих обзорах. Это на данный момент у меня это будет 3.
Румыния получает от меня 3 балла. И, в общем, ребята, давайте делиться своим мнением, давайте подписываться на мой канал, подписываться на мой инстаграм, давайте вместе обсуждать. И, конечно же, ждать новых участников, ждать конкурса. И давайте будем на связи. Подписывайтесь на меня обязательно. Все, всем пока и до скорых встреч.